Ко Дню защитника Украины, празднику Покровы, запорожские активисты устроили аполитический концерт. На центральной сцене парка «Дубовая роща» выступали лучшие вокальные и танцевальные коллективы Запорожья. Просто вирішили зробити якесь невеличке свято для всіх охочих, хто прогулюється парком, або просто не знає, що зробити сьогодні. Ну і безумовно для бійців. Концерт открыла участница конкурса «Голос Запорожья» с патриотической песней. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Изюминкой концерта стало выступление студентов из реабилитационного центра. Они пели на языке жестов. Україна – це я. На самом деле очень все круто. Вот я не ожидал, что в Дубовой роще вот настолько сильно такой настолько сильный будет концерт. Сейчас выступают такие вот музыканты, вот, которые поют именно патриотические песни, причем патриотические песни свои. Запорожцы не забыли о тех, кто сейчас остается на передовой и защищает Украину. Для бойцов собирали теплые вещи и детские рисунки, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Напряму працюємо з 55-ю артбригадою, з 37-м батальйоном і з рядом інших, але передаються все централізовано через волонтерський корпус Запоріжжя і через жінок-волонтерів міста Запоріжжя. Также для посетителей парка специально на улице готовили вкусные лепешки, угощали всех бесплатно, а каждый посетитель мог пожертвовать определенную сумму для бездомных. Мы стараемся не, кажется, дарить немножко любви этому миру в виде вот распространения такого вот лепешек и напитка. И призвать людей просто к благотворительности, к миру, к любви, к заботе о ближних. Сидония Ракелян, Игорь Бахиркин, ТВ5.